Мира, скучно мне. Позади меня вечность, и впереди меня вечность. Джина, ну покажись мне на секундочку. Что угодно, моя госпожа. Хоть бы какой-нибудь клиент позвонил. Уж я бы его точно пристроила отдохнуть и погреться на солнышке в один из моих дорогостоящих отелей. О, великая, прекраснейшая из всех наимудрейших! А заодно, чтобы ему легче жилось, вытряхнула бы из его глубоких карманчиков все золотые монетки. Но я не могу выполнить ваше пожелание, ваше величество. Это еще почему? И по какому праву ты смеешь мне, почти царице египетской, отказывать? Прошу прощения. Но в прошлом сезоне моя госпожа уже перевыполнила свой план исполнения пожеланий. Вечно ей все надо и надо. Ну и пошла прочь в свою лампу. Я и без твоего волшебства отлично справлюсь. Сама еще у меня попросишь глоток свежего воздуха. Хай, бонжур, здравствуйте. Вы Египет продаете? Да. Конечно, продаем. О, тогда скажите, пожалуйста, а какие курорты у вас есть? Шарм-эль-Шейх, Хургада, Таба, Нувейба. О, стоп! Нувейба! Точно, Нувейба подходит. Когда вы собираетесь приехать в Нувейбу? О, нет, благодарим. Мы тут кроссфорд разгадываем. Спасибо вам. Нувейба подходит. О, мой Ра! Опять разыграли? Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и пишите комментарий, какого героя вы хотели бы увидеть в следующем видео. Еще более 20 серий ожидают вас в скором времени, поэтому если вы ждете продолжения и не хотите пропускать новинки моего канала, то обязательно подписывайтесь на него. Также активируйте колокольчик и переходите на другие видео и рубрики моего канала. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!